Отбор кандидатов проходит в зале местного центра народной культуры. Все члены комиссии готовы к началу собеседования. Председатель зачитал регламент конкурса, озвучил претендентов на должность и представил состав конкурсной комиссии. При формировании конкурсной комиссии три члена конкурсной комиссии назначены Думой Пестовского муниципального района, три члена конкурсной комиссии Советом депутатов Пестовского городского поселения и шесть членов конкурсной комиссии губернатором Новгородской области. На презентацию выделено 15 минут. За это время кандидаты должны рассказать о себе и представить свою программу предстоящей деятельности на должности главы. Собеседование проводится с каждым индивидуально. Первым выступил Антон Васильев. Приоритетными целями своей программы вижу обеспечение повышения уровня благосостояния и создание комфортных условий для проживания граждан. Секретарь комиссии ведет протокол и диктофонную запись. Члены комиссии внимательно слушают претендента и только после истечения определенного времени задают дополнительные вопросы. На это отводится еще 5 минут. Вопросы были и от присутствующих жителей. Они касались темы ЖКХ, спорта, медицины и образования. Елена Поварова, заместитель главы администрации Пестовского района, вышла комиссии второй. Она выделила главные задачи, которые ставит перед собой, если ее выберут на этот пост. Перед собой задачу сделать наш район местом, где комфортно жить, создавать семью, работать и расти детей. Своей задачей на посту главы муниципалитета в рамках тех полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, считаю главным профессионально управлять хозяйством района, представлять и защищать интересы жителей. Третьим эстафету принял главный инженер Пестовского водоканала Антон Тараканов. Главная цель моей предстоящей деятельности – это каждодневная работа, направленная на создание условий для нормальной жизни района. По результатам собеседования только два кандидата прошли отбор. Это Елена Поварова и Антон Тараканов. Окончательное решение о том, кто займет должность главы Пестовского района, решат 16 ноября составом депутатов районной думы. Из Пестовского района Екатерина Приписнова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.